Добрый вечер. В эфире телеканала «Алматы» программа «На особом контроле». Сегодня у нас в гостях руководитель Центра для многодетных и малообеспеченных семей «Бакыты отбасы» Зульфия Байсакова. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Перед началом нашей беседы хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задавать вопросы нашей гости можно, позвонив по номеру +7 727 275 0102. Будем ждать, а мы начинаем. Зульфия ханым, Бакыты отбасы работает уже довольно долгое время, и к вам обращаются многодетные мамы за помощью. Это был первый офис по всему Казахстану, была впервые разработана дорожная карта, она была поддержана, значит, на государственном уровне в плане финансирования. И тогда мы, когда уже открылись, мы поняли, что нужно оказывать мамам всеобъемлющую помощь. Вот она нашла время прийти в центр, да, и нужно помочь с юридической точки зрения, проконсультировать по тем вопросам, с которыми она сталкивается. Это психологическая поддержка, потому что мамы были очень заниженной самооценкой. Они были погружены только в свои проблемы семейные, которые не могли самостоятельно решить. И вот здесь вот нужна была их социализация в общество. И Управление социального благосостояния нашло возможность профинансировать такой проект. И проработав некоторое время, мы поняли, что, наверное, иметь один офис на 2 миллиона населения, при этом около 30 тысяч – это многодетные были мамы на тот период, наверное, недостаточно. И были открыты такие центры во всех 8 регионах города. Это было сделано с целью, чтобы сэкономить ресурсы мам на передвижение, да, ресурсы временные, потому что меньше времени уходило бы вместе с маленькими детками перемещаться для того, чтобы получать консультации. И мы поняли, что это правильный был выход, потому что вот уже спустя практически уже третий год, да, осуществляется этот проект, снижен уровень тревожности в обществе. Мамы получили реальную поддержку. Мамы поняли, что нужно уметь зарабатывать. И вот эти курсы из Керана, которые у нас сегодня работают очень успешно, государственная поддержка в виде грантов, да, безвозмездная, на развитие собственного бизнеса. Это стало толчком для того, чтобы многие мамы, обращаясь в центр, могли найти свой новый путь развития, выхода на новый экономический уровень, уровень независимости. О направлениях поговорим вот чуть позже, но хотела бы сейчас, да, спросить, с какими проблемами сейчас к вам обращаются мамы. Вот наблюдается ли какая-либо тенденция? Конечно, безусловно. Потому что если раньше стоял вопрос в правовом нигилизме, потому что, ну, вообще люди мало знали, мало знакомы были с теми, значит, НПА, которые существуют в Казахстане, потому что, ну, трудно иногда понять, это очень много вносится изменений, они не разъяснялись, были недоступно объяснены, да, населению. Сегодня уже меньше обращений по таким вопросам. Конечно, есть еще, значит, это и бракоразводные процессы, это социальное сопровождение в государственных органах, это алиментные отношения, восстановление документов. Психологу приходит не меньше людей. Продолжают приходить, потому что вот это вот, наверное, невозможность сконцентрироваться в этом информационном поле, да, в тех житейских проблемах, с которыми сталкиваются мамы. Поэтому мамы приходят за психологической поддержкой, приводят своих деток. Ну и, конечно, как я уже говорила, это вот различные курсы. Если мы посмотрим в сравнительном аспекте прошлые годы и сейчас, появился новый интерес к таким, значит, курсам, как бухгалтерское дело. Потому что многие мамы открыли свой бизнес, и они не знают, как правильно экономически просчитать, как финансово грамотно оформить свой новый бизнес, как просчитать, допустим, прибыль и те расходы, которые они вкладывают, то есть рентабельность. С ними работают профессионалы. Конечно, только профессионалы, да. Очень важно это курсы СММ. Как продвигать свой бизнес во время той же пандемии, во время пандемии, то во время каких-то других моментов, когда маленькие дети дома. То есть это те моменты и вызовы времени, с которыми мы сегодня сталкиваемся. И мне очень приятно, что многие мамы, они просто приходят и говорят, вот знаете, было бы здорово, если бы в Бакыты отбасы появился вот такой курс. И знаете, было бы здорово, если бы нам вот на таком языке или в такой доступной форме рассказывали и объясняли. И мы, конечно, прислушиваемся и пытаемся удовлетворить спрос наших услугополучателей. А вот насколько мамы
точнее женщины, да, это жертвы, например, к примеру, бытового насилия, насколько они охотно сами обращаются в ваш центр? Знаете, проблема с бытовым насилием, она актуальна не только для города Алматы. Практически в каждой третьей семье мы наблюдаем один из видов бытового насилия. И я заметила тенденцию, что чаще стали обращаться мамы с детьми, которых больше в семье, 4 и более. К нам обращаются, потому что есть телефон 150, который работает в круглосуточном режиме. У нас есть телефон с WhatsApp-функцией, чтобы не обязательно быть услышанным кем-то, с кем, кто бы не должен владеть этой информацией, а переговорить с оператором, это телефон 8 708 10 608 10. И можно отправить свое сообщение. Конечно, это благодаря инспекторам по защите женщин от насилия удается большое количество женщин проконсультировать, оказать поддержку и привести в кризисный государственный центр Жансая для получения всех услуг, и в том числе безопасное проживание. Количество людей изо дня в день, можно сказать, даже увеличивается. И это печальная статистика. И я думаю, что нам нужно всем в этом направлении очень много работать, внести изменения в законодательство, конечно, развивать инфраструктуру по защите женщин от насилия, ну и повышать профессионализм тех государственных структур, которые обязаны оказывать помощь таким людям. А вы можете разъяснить вот по стадиям, как вы работаете? Вот человек вот обратился к вам, далее? Ну, алгоритм действий таков. Безусловно, согласно закону об профилактике бытового насилия, необходимо определить статус, потому что государство выделяет деньги на оказание всех 8 услуг, которые сегодня определены тоже в законодательстве. 3 человека, которые определяют статус, это социальный работник, психолог кризисного центра и инспектор полиции. Неважно, это будет участковый или это будет какая-то скорая бригада, которая привезет, да, человека, либо это будет инспектор по защите женщин от насилия. После этого определяются и оказываются все виды услуг, начиная от доврачебной помощи, обязательно это флюорография, это обязательно общий анализ крови. Но полный медосмотр, да, проходит. Не в тот момент, когда она поступит, определенное, там, допустим, днем, в удобное время для женщины. У нас есть 2 машины, которые позволяют их транспортировать, там, в больницу отвезти или в медицинское учреждение. Затем уже там подходят психологи, социальные работники. И как раз-таки здесь используется метод кейс-менеджмента. То есть когда мы вовлекаем все структуры, которые могут решить вопрос. Ну вот буквально недавно, вы знаете, были события январские для города Алматы. И российские войска, когда были приглашены к нам, ОДКБ, да, вылетали самолеты. И у нас была гражданка России, которая хотела уехать в Россию. И здесь, конечно, и консульство России подключилась. И, значит, наши службы, да, наш кризисный центр, полицейские, мы все, миграционная полиция, все помогли этой женщине быстро уехать в Россию. Вот мне кажется, когда идет консолидированный такой всеобъемлющий подход к решению вопросов, легче достичь и, самое главное, решить этот вопрос в пользу мамы, которая стала жертвой бытового насилия, и в пользу тех детей, которые были рядом с ней. И мне кажется, это вот такие примеры, когда подключаются не только сотрудники, допустим, учреждений города Алматы, там подключились из Чимкента, там подключились москвичи, которые встретили ее, потому что ей нужно было лететь дальше. Они помогли приобрести ей билеты, и она улетела в тот город, который ей необходим. Назвать я не могу. Отлично. Спасибо, Зульфия Ханым. Да, нас дозвонился телезритель. Так, мы вас слушаем. Здравствуйте. Саламатсызбы. Сізді тыңдап тұрмыз. Аха, саламат. Аха, біз көп бала отбасымыз, соған біз қалай үй алуға болады. Оған кез келген уақытта жаңағы прописка болмаса жиналған ақша жайлы сұрайды ма? Сосын егер де болатын болса неше пайызбен неше жылға алуға болады? Сол жайлы ақпарат беріп жіберсеңіздер.
Спасибо, Рахмет. Ага, Рахмет. Дело все в том, что вы подойдите на Зенкова 15, это угол Гоголя 41, в центр Бахыто-Отбасы. И мы вам расскажем, какие необходимы документы, поможем вам через портал посмотреть ваши ресурсы и возможности, встать на очередь. И если возможно, сейчас как раз идет по банку Отбасы выдача квартир тем, кто стоит уже в очереди. Можно обязательно иметь прописку. Если ее у вас нет, то мы могли бы подумать, как ее вам организовать, потому что мы знаем, что очень много приезжих горожан на сегодняшний день не имеют своей прописки, которая необходима. Поэтому обращайтесь. Зенкова 15, приходите. С 9 до 6 мы работаем. Суббота, воскресенье, выходной. И мы вам обязательно все расскажем и поможем решить ваш вопрос. У меня следующий вопрос. Многодетные мамы, да, у них очень большая ответственность. Они растят детей, ежедневные домашние хлопоты. И скажите, пожалуйста, как в таких условиях они совмещают вот эту работу, которую вы предлагаете в центре? Мы предлагаем ту работу, которая сегодня позволяет иметь частичную занятость. Вот эти вот курсы, которые вырабатывают первые профессиональные навыки, да, позволяют человеку, допустим, овладеть искусством парикмахерского, да, дела. Дома находясь, человек может подстригать своих соседей или знакомых и при этом зарабатывать деньги. Или, например, швейное дело, да, курсы кройки и шитья, которые позволяют, опять-таки, сидя дома с маленьким ребенком, ухаживать в какие-то промежутки, когда появляется свободное время, заниматься и развивать свой маленький бизнес, который, может быть, с годами перерастет в большой. Я знаю, что много женщин, которые получили по 500 тысяч, до 5 миллионов, есть гранты, и открывает свой бизнес через программу «Это Микен». Это все возможно. Говоря вот о бизнес-поддержке, да, как раз-таки начинающие бизнес-леди могут получить у вас поддержку. Да, и... но для этого нужно сначала обучиться, написать свой бизнес-план. Для этого есть специалисты, которые будут сопровождать эту женщину, которые помогут ей просчитать, насколько рентабельно и вообще эффективно ли развивать этот бизнес или нет. И, конечно же, помогут составить бюджет этого бизнеса для того, чтобы можно было бы претендовать на приобретение какого-то оборудования, которое может развивать этот бизнес. Я бы сразу хотела сказать, что любой бизнес должен иметь две фазы финансирования. Одно – это когда есть собственное желание и есть свои какие-то ресурсы. Это вообще было бы здорово. И, конечно, государственная поддержка. И еще один момент. У многих складывается впечатление, что получить грант можно вот, ну, просто. Это безвозвратно и так далее. Но это контролируемая помощь, потому что ее возвращать не надо государству, но нужно обязательно заниматься бизнесом. Если люди не занимаются, а получили деньги, то их в любом случае придется вернуть в государственную казну. Угу. Зульфия Ханым, до нас дозвонился наш следующий телезритель. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Да, мы вас слышим. Ага. Задавайте здравствуйте. Вопрос, пожалуйста. О, я бы хотел бы такой вопрос задать. Я как являюсь многодетным отцом. Ага. И вот хотел бы узнать, можно ли уменьшить подоходный налог с места работы? Да. Спасибо. Да, замечательный вопрос. Я думаю, что вы, как многодетный отец, можете претендовать на какие-то льготы. Но опять-таки, мы не знаем полной ситуации вашего дела. Необходимо будет либо к нам заглянуть на Зенкова 15 и проконсультироваться с нашим юристом. Если необходимо будет какое-то письмо поддержки от нас, мы напишем. А вообще, на самом деле, имеется не на подоходный налог, но на некоторые виды, значит, налогообложения есть какие-то льготы для многодетных матерей. На сегодняшний день мы как раз вот уже готовили до этого сообщение и письмо, направляли в Министерство экономики многим нашим депутатам, в том числе депутатам Мажилиса, по поводу того, что необходимо выплачивать единовременное пособие на каждого ребенка для того, чтобы семья была более устойчивой. Независимо от статуса, это многодетная семья, малообеспеченная,
Или это просто семья, которая воспитывает там 5-6 детей? Если у этой семьи будет возможность дополнительного заработка, это было бы здорово. Потому что система АСП – это все-таки несколько коррупционная такая схема, когда приходится разводиться, когда нужно уничтожать своих животных, когда нужно унизительную процедуру по доказыванию, что ты малообеспеченный, да, человек и вынужден получать эти деньги. И потом это очень ну, такие небольшие, скажем, деньги. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Ага, я хотела задать вопрос насчет... у меня сын и сноха состоит на Бахтут-Пасе. Мне вообще нравится этот... банк, потому что мне нравятся ваши условия, как вы создаете. Мы в очереди уже депозит мы пополнение делаем. И мы уже состоим в очереди, пока многодетная. Так. Как многодетная состоим на учете. Но так как сноха сидит уже с ребенком, 5-месячным ребенком, а сын работает неофициально, нету пенсионного дохода. Как можно сделать из этого выход из положения из этого? Ну, конечно, то, что ваш сын зарабатывает, скажем так, в теневой системе, это не очень хорошо. Я предлагаю все-таки выйти на уровень договора с работодателем, чтобы были пенсионные отчисления. Это очень важно для банка, что была бы уверенность и гарантия для того, чтобы вам выдать, допустим, ипотеку для получения квартиры и так далее. Поэтому надо искать работу, которая официально имеет заключение договора, имеет какое-то сопровождение, в том числе социальный пакет. Это обязательное условие. Но, тем не менее, я вас приглашаю к нам в центр, как бабушку, для того, чтобы, может быть, какие-то нюансы уточнить. И у нас сидят в офисе представители банка Отбасы, которые консультируют по таким вопросам. И еще один вопрос отправили на WhatsApp. Спрашивают, я мать-одиночка, у меня двое детей. Какие социальные услуги есть для меня? Это жительница столицы. Я хотела бы сказать, что вот эти центры созданы не только для многодетных семей, это и для детей, людей, которые нуждаются в любой поддержке. Я так думаю, если мы говорим про город Нур-Султан, то тоже есть там центр, можно обратиться, по-моему, называется «Жануя», можно обратиться туда для того, чтобы получить какие-то виды услуг. У нас в городе Алматы любая семья получает те же услуги, как и многодетные мамы. Принимают участие в различных образовательных программах. Я еще не назвала то, что у нас есть детские программы, в которых участвуют наши, значит, дети. Это и арт-терапия, это и шахматы, это и английский язык, и масса других каких-то кружков, в которых могут участвовать дети. И кто у нас был, вот спасибо предыдущему человеку, который к нам позвонил. Действительно, у нас очень хорошие условия, потому что у нас есть две комнаты, где могут находиться дети во время того, когда, значит, взрослые получают какие-то консультации или проходят обучение. Это очень хорошие условия, и поэтому я приглашаю всех приходить к нам, получать какие-то образовательные навыки и, конечно же, повышать свои ресурсы для того, чтобы и открыть и бизнес, и просто социализироваться в обществе. Вот уточняющий вопрос. Где находится центр Бахтут-Пасы в столице? Он называется «Жануя», и я предлагаю просто через интернет поискать. К сожалению, я не знаю точный адрес, не могу сейчас сказать. Давайте продолжим наш разговор по касательно центра. Да? Говоря о работе, какие сейчас направления у вас есть новые? Ну вот я в самом начале сказала, что учитывая потребности наших получателей услуг, мы открываем курсы по продвижению бизнеса. Если мы раньше давали возможность открыть этот бизнес, то теперь уже это и бухгалтерское сопровождение, это и, безусловно, СМС, да, продвижение бизнеса. И мы хотели бы вместе, вот сейчас, согласно концепции гендерной политики, ресурсные центры
создаются в каждом регионе. Мы бы хотели, чтобы наши центры Бахты-Отбасы были реорганизованы и стали бы центрами ресурсными для каждой семьи, которая проживает в городе Алматы. Это не только малообеспеченные, это не только многодетные, а любой член семьи, вот проходя мимо, зашел, получил консультацию. И я думаю, что все мои коллеги в других 8 центрах это будут делать с удовольствием, потому что мы все заинтересованы в укреплении института семьи, развитии семейных отношений и вот сохранении того баланса, который необходим для экономического, социального развития данного института. А вот какие возможности для ребенка есть в центре? Да. Ну, как я уже говорила, мы привлекаем хороших тренеров, которые имеют навыки и умения работать с несовершеннолетними. Это, конечно же, курсы, очень большой популярностью пользуются английского языка, математика, это подготовка к школе, танцевальные, ритмика. Ну и по запросу, когда родители, мы видим, что набирается группа по тому или иному направлению мало, мы реагируем и предлагаем начинать открывать новые какие-то кружки и, значит, секции, потому что мы очень чувствительно реагируем на запросы и потребности нашей аудитории. Угу. То есть, получается, вот в одной комнате мама занимается своей работой, в другой над ребенком, да, да, присматривает специалист, работает с ними. У нас огромный центр, у нас 425 квадратных метров. У нас две комнаты для детей, для маленьких и постарше. Там можно заниматься своими, значит, подготовкой к урокам, а малышня уже играет, смотрит мультфильмы, фильмы и так далее. А в это время, да, мама может проходить курсы спокойно. При этом у нас есть специалисты, которые на профессиональном уровне поддерживают, в общем-то, этих деток. Это очень здорово, это очень хорошие возможности. Да, здорово. И тут еще один вопрос хотят вам задать. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Саламатсызбы. Мен жалғыз басты ана едім, 6 балам бар, соған қалай үйге пәтерге тұрма, пәтер жалдап тұрам, квартира жалдап. Соған сұрайын істеген едім, не болады? Өзіңіз Алматы қаласынан боласыз ба? Алматы Қарасай ауданы, иә, Алматы қаласынан боламын. Рахмет. В городе Талдыкурган есть центр Жануя, и нужно обратиться в Талдыкурган. Но если вам близко приехать из Карасайского района к нам, на Зенкова 15, вы подъедете, тем более раз у вас 6 детей, я думаю, есть льготы, возможность вам помочь. И мы вам об этом расскажем. Так что приезжайте. Спасибо большое за активность нашим телезрителям. Да, надеюсь, да, вы получаете исчерпывающие ответы. И хочу спросить, вот наряду с юридической помощью, да, помощью в сфере предпринимательства, большая поддержка оказывается психологическая. Вот за какой период жизни в вашем центре женщины обычно меняются? Или это индивидуально происходит? Знаете, если мы когда только открылись, нам в центр приходило 200 женщин, да, в день. Безусловно, это были женщины, которые не имели какой-то цели. Они приходили просто для того, чтобы, ну, я не знаю, узнать что-то, да, то сегодня женщина, конечно, приходящая к нам, это целеустремленная, с высоко поднятой головой. Она великолепно выглядит, да, и я удивляюсь, иногда к нам приходят такие женщины, у них 5 детей, но просто завидуешь супругу, которая имеет такую женщину рядом, которая является не просто мамой, она является прекрасным примером для своих детей, вот этой вот женственности, собранности, да, и целеустремленности, потому что мамы к нам в центр приходят уже для того, чтобы решить ту или иную проблему, повысить свой курс. Иногда даже вот проходишь мимо, они говорят, а вы не хотите к нам заглянуть на курсы, и мы вам вот нарастим реснички, например. Или вот вы посмотрели бы нашу продукцию, да, там они шьют сумочки, может быть, вам бы приглянулась какая-то сумочка вот к вашему, там, допустим, наряду сегодняшнему. Это здорово, потому что женщины меняются, приходя сюда, они поддерживают не только себя, да, они поддерживают и тех женщин, которые рядом, кто первый раз пришел. Если первый раз приходит так неуверенно, то буквально второй, третий раз мы видим таких уже, знаете, самодостаточных женщин, которые готовы идти и готовы принять новые условия. Но они уже жизни на своем примере мотивируют свое окружение. Безусловно. И самое главное, это пример детям, которые вот рядом с ними бывают, или хотя бы просто, когда они возвращаются домой, полны энергии, новых знаний, стремление изменить что-то и в себе, и в семье. Да? Я думаю, что это очень хорошо. Как говорится, когда счастлива мама, счастлива и вся семья. Да. Зульфия Ханым, давайте примем последний наш звонок. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Дорогой телезритель.
Саламатсызба. Зүлфия ханым, сіздерге көп-көп рахмет, осындай үлкен проект шығарғандарыңызға бақыт отбасы деп. Я сұрағыңызды қоя беріңіз. Біз үй алдық, былтыр 21 жылы бақыт отбасымен үй алдық бір бөлмелі. Әрине аз да болса да Аллаға шүкір, рахмет сіздерге. Құтты болсын. Иә. Мен қоя деген сұрағым, болашақта бюджет 15 миллион емес, кішкене көтереме, өйткені бізде тұрғын үй мәселесі бойынша қазір баға өсіп барады ғой. Ал 15 миллион өзіңіз білесіз, қазір Алматыда үй алуға мүмкін емес. Да. Рахмет сұрағыңызға. Рахмет. Спасибо большое за оценку деятельности наших центров. Да, мы встречались и с руководителем Лязат Ибраимовой, которая Бахатотбанк Отбасы возглавляет. Об этом мы уже говорили, что действительно цены на квартиры очень быстро растут, и невозможно взять на ту ипотеку, которая существует. Но я думаю, что, наверное, все-таки в ближайшее время будут пересмотрены условия ипотеки, и то, что в городе Алматы нашим многодетным семьям дают 1 миллион, это как первоначальный гарантированный взнос безвозмездно, это очень хорошая поддержка. Но нужно бы расширять количество семей, которые могут получать эту квартиру. Безусловно. Я бы очень хотела, чтобы были особо выделены семьи, в которых растут дети с особыми потребностями, дети с инвалидностью. К сожалению, их становится все больше. И такой семье трудно, да, выдержать, в общем-то, те условия, в которых они проживают. И, конечно, на мой взгляд, вот это вот попытка поддержать семьи, которые готовы, да, выплачивать ипотеку, наверное, должен быть все-таки расширен, ну, я не знаю, критерии расширены, да, участие в этом. И, конечно, на мой взгляд, то, что мы сегодня строим очень много социального жилья, процент увеличиться должен тех квартир, которые должны быть выданы многодетным и малообеспеченным семьям. Ну, это мы хотим так. Но мы обращаемся и к нашим депутатам, я думаю, вот и вновь прибывший наш аким города будет ознакомлен с нашими предложениями, и, может быть, тоже будут какие-то внесены изменения и попытки, в общем-то, решить эти вопросы. Угу. Спасибо, Зульфия ханым. Ну, всю деятельность Бахтотбасы мы не можем, да, охватить в рамках одной программы, и наша программа подходит к концу. У меня вот заключительный вопрос. Что бы вы могли посоветовать женщинам, которые сейчас находятся в сложной ситуации? Что им делать? Самое главное, нужно быть уверенным в том, что все вопросы можно решить. Это первое. Второе, всегда есть структуры, которые готовы вас поддержать и могут. Это центры Бахатотбасы, как мы уже называли, телефон 150, куда можно позвонить и уточнить те контакты тех структур, которые работают в области поддержки таких семей. И еще, надо быть уверенной в том, что вы не одни. На мой взгляд, в нашем городе делается очень много для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, особенно для многодетных мам, которые вот за последние 3 года часть вопросов решена. И, конечно же, мне очень приятно, что вот благодаря таким программам, телеканалу «Алматы», мы часто выходим в эфир и рассказываем о наших достижениях. Поэтому, уважаемые наши телезрители, приходите на Зенкова 15, пожалуйста, звоните на телефон 150, и мы готовы будем вас поддержать. Самое главное, просто обратиться за поддержкой. Спасибо большое, Зульфия ханым. Успехов вам в вашей деятельности. Спасибо и вам. Всего доброго. Напомню, что у нас в гостях была Зульфия Байсакова, руководитель Центра для многодетных и малообеспеченных семей Бахтотбасы. Мы продолжаем держать актуальные вопросы на особом контроле. Всего доброго. До свидания.